ноября 2008 года осуществляем охоту на зайца. Первый день открытия. Загонщики нас трое. Я справа один человек. Один человек слева. Прочесываем данное поле. На другой стороне этого поля стоят на номерах другие охотники. Если здесь есть заяц, относительно высока вероятность того, что мы его поднимем, и он побежит прямо на охотников, которые стоят на номерах. Ну а там дело техники. Возможно также поднять его на расстоянии выстрела метров 30-50 от себя. В этом случае стрелять следует навскидку. Меткости и удачи. И заяц твой. Хотя хитер. Просто так не поймаешь. Так, а вот здесь у нас мышка пробежала. Только что. Небольшая такая. Полевка. Вот она. Вот, вон. Густая трава, не видно. Вон она. Так, ну а мы идем дальше.